Всем привет, с вами снова я, Иван Сосанин, и мы продолжаем искать одного из нерадивых братьев, которые так подвели хозяина леса. Сейчас мы как бы найдем этот спавн, и я думаю, нужно будет разобраться с ним. Хотя можно вообще-то, наверное, спавн не собирать, да, на самом деле. Но у меня нету спавна в моем инвентаре, так что стоит, наверное, собрать его. Можно просто убить его здесь. 24 уровень у Драко. Вообще нормально. Растет парень. Я до сих пор не сделал себе паучка. Ну, я думаю, все равно должен как-то в ближайшем времени с этим разобраться. Давайте немножко побегаем, посмотрим, поищем в этом нижнем мире. Они где-то должны быть еще ниже, да? Вот, я имею в виду. Спауны этих злобных огненных братьев хозяина леса. Так, туда я не пойду. Там нету их. Будем искать. Я вот испугался, что сейчас упаду. Так, ладно. Вот это место как раз у меня находится под названием, называется Нижний мир. Оно находится у меня уже давно. Когда первый раз я нашел его, с великим удивлением этот мир. Вот, когда я нашел его, я обязательно поставил здесь кровать. Так, вот тут выше куда-то идет. Территория также безграничная, бескрайняя здесь внизу. В этом огромном... Так, ниже. Я знаю, что они ниже уровнями находятся, но вот как раз на таком плато. Фонарики. Фонарики у меня есть. Давай будем использовать фонарики. Темно совсем стало. Так, вот еще ниже мир. Вот туда он. Фонарики, фонарики. Спустимся ниже. Так, а че он так летает? Кого он там нашел? Кого-то ведь все-таки нашел, раз пытается туда. Глубже спуститься. Так, давайте посмотрим. Где-то здесь. Где-то здесь что-то здесь есть. Так, красное, это что? Во, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Я его нашел. Давайте мы его будем. Калашмати сейчас. С ним нужно разобраться. Вот так вот его. Гоблин ему довольно нормально вставляет. Ну, конечно, у него сил мало против него. А где, кстати, мой этот, мой дракончик? На помощь. На помощь, на помощь. Все, теперь он будет убегать. Значит, надо сейчас за ним гнаться. Растерзаем, растерзаем. На самом деле, нужно всего лишь убить его. И это будет доказательство. Все, есть. Так, что из него выпало? Из него выпала красная пыль, потом огонь и красный камень.
О, анаптаниум. Смотрите, где я могу найти анаптаниум. Это не просто в Нижнем мире, а вот как раз у вот этого красного монстра этот самый анаптаниум есть. Вот он, его спавн. Давайте подберем. Это точно он? Надо проверить. А что здесь лошадь делает? Интересно. Лошадь-то как сюда попала? Удивляет. Да, вот он. И Ice Elemental. Все, я одного сделал. Сейчас пойду себе домой и сделаю второго. И анаптаниум можно набрать будет для того, чтобы сделать кирки гоблина больше. А, там нужны еще кабана эти шкуры. Так что вот как. Хорошо, едем домой. 8 телепортов осталось. Было больше 20. Так, вот он здесь. И домой мы едем. Давай мы здесь, пока идет день, разберемся сейчас вот с этим вот Айс драконом. Где-нибудь здесь найдем плата, поставим его. И потом уже завершим все задания. Может быть, дома лучше стоило. Блин, вот так вот подзабыл. Действительно, поехали домой на сначала. Телепортов я поиздержал, так что, наверное, сейчас нужно немножко их добавить. Сейчас вспомним, как делаются телепорты. Так. Телепорт. Сейчас. Сейчас. Немножко разберемся. Как же он все-таки происходит, этот телепорт? Из палок, по-моему, и этих. Крыльев этих птиц. Сейчас попробуем найти, где он у меня есть, этот самый телепорт. Здесь нету. Провизия. Стрела телепорта. Нужно телепорт найти. Где-то он тут был. Вот. Эпический меч. Увеличивает ману на особо. Нет, это не то. Мне надо не оружие как раз. Трезубец. Так. Мне нужно кирку гоблина. Где-то она тут была. Так, вот она. Вот. Как раз нужна шкура кабана, да. Костей у меня много. Но вот шкуру кабана нужно будет набрать и сделать как можно больше этих кирок. Потому что кирками, ну вот такими гоблинами я просто был. Так, переносной факел. Можно его сделать. Он же у меня был. Так, а телепорт, телепорт. Два. Так, и две палки. Так, где-то они у меня были. Сейчас сразу сделаем, чтобы опять у меня запас был, чтобы не потеряться вдруг, если что. В этом деле, да, возьмем так и так, отлично. Да что сегодня с драконом с моим творится, я вообще не понимаю. Там у меня рыбки плавают. Он тоже к ним не равнодушен. Тоже в покое их оставить не хочет. Так, подожди, переборщил с этим делом. Сейчас посмотрим. Так, телепорт, 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 телепорт. Отлично. 25 телепортов, нормально. Со временем, я думаю, еще найду крылья вот эти вот. Ну, их можно, в принципе, насобирать еще. Так, давайте, 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 давайте. Разложим по местам.
Тут вот у нас... ладно, это пока я не буду ложить. Я пойду сейчас к себе в шахточку. В ту... пыль. Адаптанем. И разберусь с еще одним драконом. После чего вернемся... Так, огонь. Это огонь нужно ложить, где еда у меня, по-моему, да? Не забыл. Пока не забыл. Вот так вот разложим. Это пока все остается со мной. Так. Кирпичи мне нужны для строительства дороги, да? Кирпичи. Камни. Они мне еще пригодятся. Так, ладно. Идет ночь вообще-то уже. Надо бы вернуться к... хозяину леса, но мне еще надо сначала ледяного элементаля уничтожить. Так, появляйтесь, ребята, мне нужно с вами будет пообщаться. Помогите мне немножко. Вот, мне нужна от вас кое-какая помощь. Разборкой одного парня. Вы поможете мне? Я думаю, да. Ох, смотри, как они на него нападают. Отлично. А чтобы анаптаниум собрать, можно просто барлок еще несколько штук убить. Не уйдешь. Не знаю точно. А из него выпадает... мана. Зелье маны. Ладно. Хорошо. Давай еще одного убью. Ну, не я, конечно, буду, но... все равно стратегически это убиваю я, потому что... я сделал его здесь. Так, секунду. Секунду. Да, все, закончено. Задание. Давайте еще вот этого... вот этого уберем. Отсюда сейчас. Здесь поставим другого парня, который дает анаптаниум. Золото. Вот, помогите мне, ребят, разобраться с этим парнем. Больше анаптаниума набрать. Да, не его... хорошо, как нефиг делать. Зафигачивает. И не успевает задвигаться. А из него выпадает побольше всяких предметов интересных, да? Я смотрю. Но сейчас она панелома не было. Шкурка вана надо наделать побольше. Чтобы можно было побольше сделать кирок гоблина, который мне пригодятся. В моем строительстве. Куда пошел? Не отпускает. Кстати, из него и зелья еще жизни выпадает. Давай здесь зависим на какое-то время, и я думаю, пособираем сейчас немножко все. Ну так, немножко прибрали здесь, как бы огня теперь у меня целая куча. Я сейчас немножко насобирал всех этих частей, которые выпали с этого парня. Я думаю, что сейчас нужно все-таки поделать немножко будет кирок гоблина. Для этого нужен спаун мне кабанов. Сейчас я парочку или один, хотя бы может один спаун кабана найду. Вот он, первый. Первый спаун. Я его себе забираю. Так, а если я его... вот эта фигня, это фигач. Нет.
Он меня не сильно бьет. Я его зато скажу, как мне фиг делать. Эй, не уйдешь. Классно, по 51 жизни забираем. Так, что у нас тут? Шкура кабана. Нету. Пока нету. Давайте еще один спавн где-нибудь найдем где-нибудь поблизости. Наверное, где-то есть еще один. На двух спавнах будет гораздо легче собирать кожу. Шкуру. Так, это Тед. Сюда смотрим. Кончилось. Персиус. Своей персоной. Так, это кто? Овечка. Овечка мне не нужна. Так, давайте черепаху домой, да? Не, не надо. Не нужна мне дома черепаха. Будет ползать везде, шуметь. Ни о чем. Так, давайте поищем этот спавн где-нибудь в той стороне. Это, прошу заметить, пустыня, да? В пустыне, значит, есть кабаны. Пустыне. Сейчас пойдем в ту сторону сходим. Там потому что есть еще одно место. Дальше. Туда, где пальмы растут целыми кучами. Собираем там. И все будет хорошо. Так. Хочется действительно кирки гоблина, потому что намного легче. На очень-очень легче. Так, не прорисовывается, к сожалению. Плохо прорисовывается. Очень легче будет кирками гоблина разбивать камни. Они вообще в лед уходят. Что-то плохо прогружается, не знаю, что сегодня такое у меня. Так, здесь где-то должны быть кабаны еще. Где-то я здесь находил, по-моему. Должен быть. Так, здесь не то. Ага, уточки. Плавают, уточки плавают. Да-да-да-да-да. Так, что-то я не могу вообще-то сообразить. Да ладно, чем я буду бегать, я, наверное, лучше поставлю спавн там и один. И пускай по одному, ну, сколько-то сделаю кирок. Сколько я могу сделать? Давайте посмотрим. 92 пополам, 46. 46 кирок я могу сделать, надо 46 шкур кабана. 46 на 50, о, более 3, так, более 2000 получается. Ну, это будет неплохо. Я думаю, дорогу я быстро построю в этом случае. Ну, а сейчас вечереет, сейчас мы поедем, сами знаете куда, пойдем, дадим задание. Кто? Откуда она тут? Возле дома вроде не было. Дадим задание. Хозяину леса. Он сейчас только потемнее будет. Так, вот сюда вот, прямо в загон я его зафигачу. Чтобы гораздо легче было его убивать. И пускай этот... Как его зовут? Да, парень. Драго фигачит его. Кстати, мне довольно сложно будет. Давай-ка вот что сделаем. Драго, иди сюда лучше. Можешь ты сюда забраться? Здесь. Во, все, отлично. Ты будешь здесь со мной. Давай-ка мы вот этого кабана будем херачить. Смотри, он меня бьет. Не бьет. Завис.
Я не знаю, много из них из него выпадет шкур, нет. Сейчас одного я убью и пойду разбираться с хозяином леса. Воу! Вот одна шкура есть. Давайте посмотрим, как действует кирка гоблина. Копает. Ладно, пока этот загон закроем. Чтобы кабанчик у меня не вылез. Не получается. Ладно, хрен с ним. Так, сейчас сделаем кирку гоблина. Я вам действительно продемонстрирую, если вы кто-то не видел еще, как работает кирка гоблина на камне. Так, давайте сделаем сразу эту кирку. Вот. 50 кирок. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую действие этой штуки. Это просто нечто. Вот тут можно, да, сделать это. Во, смотрите, вообще в лед уходит. Вот так вот копается киркой гоблина, вообще намного круче, вообще махом все, даже быстрее, чем обычной киркой я рублю песок. Оп, гораздо лучше, гораздо эффективней. Так что вот таким способом наша кирка гоблина будет действовать. Хорошо, сейчас мы отправляемся телепортом к нашему большому брату на задание и заберем как раз сейчас свою кровать. Здесь она, в общем-то, будет ни к чему, здесь просто ей делать нечего. Так, ну, привет, хозяин леса, ты со мной хочешь общаться? Нет, что-то он как-то завис. Хозяин леса, давай поговорим. Это, наверное, его последнее задание мне будет. Смотрим сейчас. Старший брат. Вот как я его могу окрестить только. Ну что? Блин, не хочет он со мной говорить на этом уровне. Я должен стоять выше его. Грр, кто там? Я думал, ты давно уже мертв. Ты оказался намного сильнее, чем я предполагал. Ты доказал, что достоин. Возьми эти 100 магий тентаклей. Это самая мощная магия в мире. Этот посох самый с самого источника жизни. Будь осторожен с ним, но можешь заставить кричать даже дракона. Удачи тебе и твои скитания. Спасибо за твои скитания. И спасибо за все, что ты сделал для меня. Рецепт магии Тентаклея и 200 опыта. Все? Ты больше мне ничего не дашь? Все. Source of Life, хозяин леса, больше мне заданий не даст. Ладно, спасибо тебе. Теперь у меня есть рецепт. Самый крутой рецепт, похоже. Оружие. Так, оружие. Посох Тентаклей. Из чего он делается? Блин, и тоже он делается из анаптаниума. Ну, как раз, кстати, я анаптаниум набрал, да? Поэтому сейчас попробуем сделать. Вернемся домой и сделаем из анаптаниума такой меч. Так, чтобы вернуться домой, естественно, вы... Ничего не меняем. Делаем как есть. Возврат домой и... Думается, мне сейчас сделаем посох тентаклей. У меня, кстати, есть же он. Несколько штук, да? Так что я пока не буду его делать. Просто хочется проверить, как он действует. Быстро ли он убивает
существа. Не могу достать сквозь решетку. Не бьет. Медленно. 81 жизнь. Офигительно. Но я думаю, что это будет круто, если я, когда я пойду за драконом убивать Ашгора, когда я убью... Или Арагог, как его зовут? Что-то я попутал немножко. Когда я пойду убивать этого существа, я думаю, это будет круто. Вот именно наделав на такие вот посохи, можно будет... Но сейчас я порастрачу немножко. Хотя вообще-то зачем я буду тратить на самом деле, да? Давай лучше потратим какое-нибудь другое оружие, которого у меня достаточно. На кабанов. Так, а если сверху где-то его? Тут у нас закрыто, да, все? А, нет, открыто. Есть проход. Да, я его специально оставлял зачем-то. Чтобы убивать кого-то, да? Спуститься могу? Могу. Так, ну, кабанчик, давай-ка мы с тобой разберемся. Ох, мана кончилась. Так, иди ко мне, помоги. Браво. Мне нужна твоя помощь. Фигачь его, фигачь, фигачь. Ты куда пошел? Он не хочет мне помогать. Похоже, мне придется самому с этим кабаном фигачиться. Так, ладно. Чем больше я кош насобираю, тем лучше. И наделаю этих самых кирок гоблина. Ну так не из каждой, по-моему, выпадает. Не из каждого кабана. Сейчас выпала шкура. Тем не менее, когда выпадает, это хорошо. Да, полная опять экипировка здесь у меня. Побежал. Ну, вот так вот потихоньку сейчас будем работать. Немножко пособираем этих самых кабаньих шкур. В общем-то пригодятся. Опять не, ну, я говорю, не каждый раз выпадает. Собрал я тут десяток шкур кабана. Я скажу вам, это было непростое задание. Но я сделал, справился со своим заданием. Так, сейчас тогда получится, мы наделаем по возможности сколько-то кирок. Так, сколько у меня получилось? Где они, кстати? А, вот. Нет, это железная кирка. 500. 500, ну хоть какая-то часть будет, я думаю, что гораздо проще будет ей копать в следующий раз. Так, давайте разложим вещи по местам и с таким оружием, вот где он, магия тентаклей, можно идти на Ашгора, на дракона, на огромного. Да и у этого дракона можно, наверное, опять попробовать пытаться где-то возле моих спавнов. Вы помните, как я разбирался с ними, со всеми. Так, слаживаем все, что нужно по местам. Так, здесь еды опять набрал целую кучу. У меня уже мяса очень много. Анаптаниум уберем. Так, хорошо.
оружие, которое нужно отсюда убрать. Оленьих шкур у меня много, но я еще могу наделать много кроватей, тогда получается. Вот. Свинья пригодится. Свинью надо будет куда-то тоже этот спавн убрать. Так, вот не знаю. Давай оставим. Оставим и сейчас пойдем, сходим. Поработаем с драконом. Попробуем, по крайней мере. Так. Сейчас поищем, где он у меня тут. Дракон. Нет, это не тот дракон. Мне был нужен другой дракон. Дарк Босс. Айс Элементаль. Ну, довольно много. У меня разных. Балгар. Драгон Бат. Не то. А, кстати, что-то я не вижу. Не могу найти. Я его, похоже, куда-то выкинул, что ли. Что-то не могу обнаружить. Так, вот тут вот еще посмотрим сейчас. Или вот тут, не помню точно где. А, вот. Тентаклей не то. Арагог. Вот он. Арагог. Арагог это дракон? Или Арагог это паук? Ладно, пойдем посмотрим. Я уже забыл на самом деле, кто такой Арагог. Дракон или паук? Арагон, по-моему, там был дракон. Блин, электрит из кого выпадает? Давайте проверим. Если нет, придется опять идти собирать спавн дракона. И приносить его куда-то сюда, наверное, сделать, попробовать. Так, сейчас посмотрим. Вообще-то, по-моему, Арагог это все-таки паук. Сейчас посмотрим. Паола, получи подарочек. Так, смотрим, кто такой Арагог. Да, это паук, блин. Не нужен мне паук сейчас рядом со мной. Я предпочел бы все-таки... Вау, это он меня ударил, что ли? Дай-ка я его уберу. А мне нужен Арагон. Дракон, Арагон. Ну вот они его не сильно-то вообще цепляют. Ладно, хрен с ним. Он все равно пропадет сейчас. Ладно, идем, возвращаемся домой, и я думаю, что одной из следующих серий надо будет просто сходить и забрать спавн дракона, Арагога, Арагона, для того, чтобы здесь где-то с ним забрать электрит, хотя бы для начала, для того, чтобы сделать себе друга паука, первым делом, а вторым делом нужно очень много электрита для создания спавна Шивы и потом победы над ней. Так, что у нас тут еще осталось? А, вот он, а шкур есть ведь. У меня есть он, дракон. Давай-ка мы с ним попробуем сейчас расправиться. Ну, расправиться не расправиться, просто попробовать. Ашкор, да, Ашкор. Поставим его туда. И попробуем сейчас его фигачить. Да, конечно, много нужно мне этих самых магических и чё, исчез? Нет, большой. Большой-то исчез, похоже. А вот что касается маленьких, то они еще продолжают атаковать. Так, Паола. Я хочу, чтобы ты в Шиву. Да, ты мне не даешь задание то, которое я хотел. Так, давайте поставим дракончика куда-то сюда. Да почему они его не убивают?
Им пофиг на них, что ли? Кого? Я похоже, не того парня зафигачил. Он сейчас на меня очень зол. Эй, вы все на меня злы, что ли? Ну-ка, давай-ка мы свалим отсюда. На самом деле, как-то не ахти как. Сейчас войду, я думаю, обойду вокруг дома, и они все исчезнут, и, может быть, успокоятся против меня. Так, давайте посмотрим, что у нас тут творится на нашем третьем этаже. Но все неплохо выглядит. Вы посмотрите на этого придурка, а? Зачем он? Зачем ты рыбок убиваешь, падла? Придурок. Ладно, пойдем вернемся. Я думаю, что сейчас уже не будет их злобных для меня гоблинов. Надеюсь, они будут сейчас более дружелюбно ко мне относиться. Нет, похоже, он тут, все еще тут. Ладно, тогда пойдем прогуляемся подальше. И с Ашгором, я думаю, следующую серию мы начнем именно, то есть добывать электрит для того, чтобы выполнить задание Паолы, главное задание, и еще побочные тоже насчет Дилан, да, убить Дилан в 50 штук. Вот. Если не забагнулось это задание у Паолы, не забагалось. Сейчас пойдем домой, просто сядем, попьем чаю, что ли. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Все только начинается. Мир Блокстори. Бесконечный мир. Всего доброго, пока. В окошечко посмотрим.